Приветствую вас, друзья! Впереди новый рыбацкий сезон, а пока он не начался, и цены на рыбацкие товары прошлогодние, поэтому как раз есть время их покупать. Мы с вами на YouTube-канале «Все для клёва», и сегодня вблизи рассмотрим и познакомимся с катушкой FM7000A. Друзья, о чем пишет производитель на коробке, какие характеристики этой катушки? Ну, во-первых, алюминиевая шпуля, компьютерная балансировка ротора для минимизации вибрации, мгновенный антиреверс, антитвистовая система, ролик стоит на лескоукладывателе для недопущения закручивания лески. Ручку можно слева направо, справа налево ставить. Ну и пишет, что очень надежный, мощный тяговый механизм. Друзья, ну вот такая вот катушка. Первое, что бросается в глаза, это просто огромная шпуля. Она увеличенная лесоемкости. Вот производитель пишет 0,3 леска диаметром 0,3 мм 499 метров, 0,4 243 метра и диаметром 0,5 154 метра. Да, катушка это, конечно, подойдет как для рыбаков, забрасывающих оснастку длинными карповыми удилищами, так и для рыбаков, которые используют кораблики для завоза оснастки на максимальную дальность. Катушка с передним фрикционом, ход фрикциона очень длинный, скажу я вам. Это позволит его настроить с необходимой точностью. Очень длинный фрикцион. Так, кноп такой прорезиненный, приятный на ощупь, в принципе, нормально вращающийся. Ручка железная. Ход лескоукладывателя такой вокруг шпули при прокручивании плавный, легкий, но небольшой шум присутствует. Ну, в принципе, он присутствует практически на всех катушках, поэтому тут как бы проблем с этим я не вижу никаких. Душка фиксируется четко. Давайте посмотрим на люфты. Значит, в кнобе. Такой небольшой, минимальный технологический люфт присутствует. Так. Так, в главной паре. Тут ручка. Ну, буквально там доля миллиметра какая-то есть. Это продольный, поперечный, поперечного нет. Так, теперь в штоке. О. Тут его нет. Тут его такой технологический, чуть-чуть что-то такое, чуть-чуть буквально небольшой есть. Ну, катушка, вернее, в шпуле он всегда есть, в принципе. То есть как бы по люфтам все отлично. Так, теперь взвесим нашу огромную карповую катушку. Ну вот, 522 грамма, друзья. Ну что же вы хотели? Это мощнейшая катушка, которая в принципе так и должна весить, по большому счету. Но уверен, что такая катушка порадует своего владельца надежной и стабильной работой при уважении просто огромных экземпляров. Напомню, друзья, незыблемое правило нашего интернет-магазина klyova.com.ua касаемо любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар, но дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва» и рыбачьте с удовольствием, но для этого покупайте только качественные рыбацкие товары. И желательно в магазине klyova.com.ua. Всем удачи, всего хорошего, пока.